Суд не находит оснований к применению части 6 статьи 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления, предусмотренной частью 2 статьи 318 УК кодекса Российской Федерации. Принимая внимание характер степени общественной опасности фактического следствия общего преступления, данное общественное судебное суд приходит к определению возможности его исправления без изоляции от общества, назначения наказания без лишения свободы, не усматривая основания применения предназначения наказания статьи 73, статьи 64 УК кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2, часть 1, статьи 58 УК РФ, условно следует назначить избывание наказания за лишение свободы в следствии уголовного общего режима. На основании изложенного по статьям 307 и 309 УК Российской Федерации приговорил Ярославу Алексею Николаевичу признать виновным в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с избыванием с пятием колонии общего режима. Меры пресечения и домашнего ареста в отношении Руслана Гузенина на исключение под стражу, взять Руслана под стражу в зале суда.